Предлагается подписать акт безоговорочной капитуляции. Я не вижу, вы сидите, пишите. Идите ко мне. Пусть подойдет сюда. Ваши места здесь. Спросите немецких полномочных, ознакомились ли они с актом о полной безоговорочной капитуляции? Я вон. Да. Согласны ли представители германского верховного командования подписать акт о полной безоговорочной капитуляции? Я вон. Да. Германской делегации предлагается подписать акт безоговорочной капитуляции. Пусть подойдут сюда. Sie sollen herkommen. Пикалево на грани беспорядков. Все градообразующие предприятия остановлены из-за разбирательств их владельцев между собой. Людям не только не платят зарплату, их еще оставили без горячей воды и отопления. В город приезжает Путин и заставляет сюда же приехать собственников предприятий. Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Почему раньше? Владимир Путин strode into town. Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Unlike Medvedev, Putin confronted the factory owners. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. He demanded the owners, including billionaire Oleg Deripaska, sign an undertaking to restart the factories. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу, ваши подписи, идите, пишите. Идите ко мне. Да, договор. Только вторичку мне, видите? Classic Putin.
Тогда Путин поручил немедленно выплатить зарплату. Срок сегодня. И дал понять собственникам, у них нет выбора, заводы придется запустить. Если вы договориться между собой не сможете, то это будет сделано без вас. Завод заработает? Да.